Rainbow English, учебник 5 класс, Unit 3, Step 8, упражнение номер 10. Подготовьтесь к диктанту. Давайте читаю, перевожу, ну а вы в свою очередь запоминайте, если вам нужно это все написать. Half past three, дословно половина после трех, то есть 3:30 или 3:30. At a quarter to 12, в четверть до 12, то есть в 11:45. Вам могут продиктовать в без 15:12, то есть это то же самое. To look after the children, присматривать или ухаживать за детьми. To do morning exercises, делать или же... Ну, чаще переводят утреннюю зарядку. Не знаю, как вам его продиктуют. Может быть, какие-то упражнения утром физические. Ну, как-то так. То есть утреннюю зарядку ее обычно перевод. To spend time outdoors. Проводить время на открытом воздухе или на улице. Тоже могут так перевести. Successful sportsman. Успешные спортсмены. Обратите внимание на эту букву «и». Это значит множественное число. To keep regular hours. Соблюдать режим. Once upon a time, однажды, или жили-были, тоже несколько вариантов перевода. To be different from, отличаться от. To take up cycling, начать заниматься ездой на велосипеде. И короткие слова. Athletics, атлетика. Basketball, баскетбол. Boating, катание на лодке. Boxing, бокс, так и есть бокс. Busy. Или занятой, или если улица, или город, то оживленный. Colorful. Какой-то яркий, разноцветный, ну, яркий чаще. Cycling. Катание на велосипеде. Decide. Решать. Easy. Легкий. Exercise. Упражнение. Или физическая активность в целом. Different. Разный, различный. Difficult – сложный, face – и лицо, и циферблат. Два перевода. Finish – заканчивать, free – свободный. Ну, кстати, есть еще вариант бесплатный, но у вас, по-моему, здесь именно как свободный. Gymnastics – гимнастика. Half – половина. Hand – рука. Health – здоровье. А healthy – здоровый. Hour – час. If, если, ill, больной, joyful, радостный, judo, дзюдо, just, только что. Так, прервали, не помню, just, в общем, это или просто, только, или только что, тут тоже будет зависеть, как вам скажут, karate, карате, kind, так, у нас вариант добрый, или вид, или тип, то есть тоже несколько вариантов перевода. Like – это или нравится, или быть похожим на что-то, то есть тоже несколько вариантов. Minute – минута, mountain – гора, once – однажды или один раз, outdoors – снаружи, в смысле где-то на открытом воздухе, на улице. Painful – ну то, что болит, то есть... какое-то вот место больное, вот то, что нам причиняет боль. Я даже не знаю, как его по-русски так более сказать правильно. Problem – проблема. Quarter – четверть. Regular – регулярный. Roller skating – катание на роликах. Second – второй. Skateboarding. Так, сейчас, секундочку. А, кстати, это как секунда еще может быть. Skateboarding – катание на скейтборде. Snowboarding – соответственно, на сноуборде катание. Start – начинать. Success – успех. Successful – успешный. Useful – полезный. Watch – смотреть. Without – без. И неправильные глаголы. Две формы. Buy – bought – покупать. Choose – chose – выбирать. Feel – felt – чувствовать. Have got – has got. Во второй форме должно быть had got. Я вообще не знаю, почему здесь had... Ой, боже. Должно стоять просто had. То есть год я вам зачеркиваю, это вообще-то грубая ошибка. Я не знаю, что тут ошибка в учебнике. То есть have got – has got – иметь. И вторая форма чисто had.
find, found, находить. Keep, kept, хранить, содержать. Spell, spelled или вариант spelled, то есть он бывает еще и правильным глаголом, тут выбирайте как хотите. Это произносить по буквам, писать, вот слово правильно по буквам. Sleep, slept, спать. Think, thought, думать.